Да, девочки, вот про некультурные китайцы сейчас хочу вам сказать. Кто-то написала, что где бы я ни была, там были везде некультурные китайцы. А на это заявление у меня есть свое соображение и своя, как бы, как сказать правильно, чтобы никого не обидеть, но свое подозрение даже, я бы так сказала. Мы видим то, чем мы живем, то есть не то, что чем мы живем, вот, например, а зависит то, что мы видим, это зависит от того, какое общество мы выбираем, какие места, какие заведения мы выбираем, куда мы ходим. А вот если мы ходим в обычные места, где для обычных китайцев, деревенских, если мы тоже в этом обществе находимся, конечно, мы будем видеть таких же людей. А вот я, например, в Паттайе отдыхала в Ле Меридиане. Это 5-звёздочный очень хороший отель. А вот там я видела абсолютно других китайцев, очень воспитанных, очень культурных. И я хочу сказать о том, что то, что нас окружает, это зависит от того, какие заведения мы выбираем вообще, какие мы выбираем, какой круг общения мы выбираем, с другой стороны, это тоже правильно будет сказано. Вот. Ну, только тут, конечно, я могу сказать так, если люди, например, примерно одного же и того же класса, русский и китаец, то русский будет намного культурнее, однозначно, с этим я согласна. А вот. Но для того, чтобы видеть что-то красивое, чтобы видеть действительно то, что нам ближе, надо выбирать, естественно, я считаю, что надо выбирать общество, надо выбирать заведение, надо выбирать для каждого общества есть свое место. Для каждого общества есть свое место. Если я прихожу там какую-нибудь в чебаночную, я не буду жаловаться, что там не бескультурные китайцы, потому что я знаю, что я иду в дешевое место, я иду там, где просто вот заходят там на 5 минут, чтобы почефанить, как они говорят, просто вот так вот закидывают палочками все в рот. Естественно, я понимаю, что там очень бедный народ будет сидеть. А вот. И я уже заранее готова к тому, что я там увижу. Вот. Но если мне надо, чтобы этого не видеть, то я знаю, что мне туда идти не надо, чтобы не жаловаться, а надо пойти куда-нибудь в другое место. Вот. А зонтик под кофточку подходит, да, действительно, да. Как китайцев воспитывают, непонятно. У них, конечно, своя культура, и их понять очень непросто. А вот. Например, я вам приведу пример. Ты приезжаешь на фабрику, и с тобой работают очень медленно. Они делают примерно 3 часа ту работу, которую бы сделал для тебя, например, русский за считанных минут, за 5 минут, за 10 минут. Ты возмущаешься. Ты говоришь: ой, как же ж так? Сделай быстрее, ты злишься, а он не понимает. Он же так много времени для тебя уделил. Он же так старается, он специально тянет время, чтобы показать тебе свое уважение. А ты сидишь и нервничаешь. Дурак, что ли? Он так думает. А ты сидишь и думаешь: господи, ну быстрее же, чтобы
быстрее поработай со мной, чтобы я дальше побежала, еще что-то успела, понимаете? Мы так думаем. А вот, не тяни там время, надо все делать быстрее. А он будет медленно делать, потому чтобы показать тебе свое уважение. А ты это не оценила, он обидится на тебя. Вот, понимаете, у них вот такой менталитет. И это вот я привела сейчас примеры. Ну, очень такие, знаешь, вот такие малепусенькие. У них всякого такого, который вот вообще нам непонятно. Столько всего. Это такая древнейшая культура, что нельзя сказать, что они бескультурный народ, что у них нет культуры, что это... Конечно же, что она у них есть. Конечно же. Но их так много, что все не могут быть, конечно, образованные и культурные, потому что есть даже люди, у которых паспортов нет. Они родились в глубинке, случайно второй раз забеременела, аборт не сделала. Заплатить нечем за второй беременность, за второй, потому что надо платить, если рожаешь. А вот, рожает и как бы одним паспортом пользуются, так, например, два брата или две сестры. Ну, это про глубинки я говорю. Они, конечно, не знают городской лоск, как себя вести. Естественно, они, как вы говорите, бескультурные. И их лучше видно, потому что их просто много. Их сразу видно. Потому что это будет толпа, а не один человек, как у нас. А вот. Дождь хороший, да ветра нет. Ветра, конечно же, нет. Но у меня такое впечатление, что очень плохой такой город. Это район вокзала, конечно, это такой же, что может быть город. Это такой средненький район. Где очень много приезжих, прям полно здесь приезжих. А я и не нервничаю, береги свои нервы, я и не нервничаю абсолютно, я просто общаюсь с вами. Ладно, все, пока-пока всем. Попозже зайду, я уже создам, когда уже создам новый аккаунт, зайду и сообщу. И еще раз прошу всех SOS, help, помогите, пожалуйста, распространить мой новый аккаунт теперь.